Всем добрый день. Предлагаю посмотреть сегодня снова, что у нас происходит на звездном небе. Сегодня Меркурий перешел из Стрельца в знак Козерог. И там же в Козероге находится Луна, и там же Венера, и там Плутон. То есть 4 планеты в Козероге. То есть Козероги будут... Но я бы не сказал, что им от этого будет хорошо, потому что к этому Козерогу идет вот несколько напряженных аспектов, как бы на вершине такого треугольника образуется. То есть много энергии, попробуйте вот, пока Луна сегодня выйдет из вашего знака, ну, как-то это пережить. Потом будет проще, но много энергии – это хуже, когда ее нету. Мало того, Меркурий переходит в ваш знак, пришло время заняться какими-то проектами, связанными с письменностью, с речью, переговоры, разговоры, контакты, коммуникации. Водолей. Буквально сегодня, где-то во второй половине дня, Луна перейдет в ваш знак и будет вам счастье. Прежде всего, счастье в личном формате, счастье в плане романтики. Водолеи, девочки, можете ожидать красивых цветочков, красивых подарков. Меркурий вышел из Стрельца, и рыбам стало немножко, но легче. Там еще остался Сатурн и Солнце, то есть напряжение для рыб еще продолжается. Вот слегка забегая вперед, и рыбам, и девам, вот пока Солнце там находится, так же, как я в прошлый раз говорил, до конца года аккуратнее со здоровьем. Солнце с Сатурном по-прежнему благоприятно для знака Овен, но Меркурий уже перешел в Козерог. Сегодня у Овнов день может быть такой, знаете, начался день с такого маленького вулкана. 4 планеты в Козероге – это не так легко для Овнов. Но буквально уже во второй половине дня напряжение будет спадать. А совсем скоро, уже на следующей неделе, Венера уйдет из напряженного аспекта, и вам будет еще проще. 4 планеты в Козероге для Тельцов – это, ну, очень хорошо. То есть сегодня день у вас будет такой, особенно утро, достаточно насыщенное. Потом Луна переходит в Водолей, и ваши нервы кто-то начнет портить, кто-то будет портить вам настроение. Но это ненадолго. Мало того, когда 3 планеты в хорошей позиции, а одна в не очень хорошей, то все-таки будет преобладать позитив. Близнецы. Ну, картина у близнецов наконец-то начала выравниваться. Потому что на прошлой неделе у них была не самая лучшая позиция, если не сказать, самая худшая из всего зодиака. Меркурий уже вышел из-за позиции близнецам, а Меркурий – это основная планета близнецов. И ваша стабильность сейчас будет набирать и набирать обороты. Рак. Ну вот переход Меркурия в Козерог раков вообще никак не обрадует. Вот раки будут немножко... напряженные больше, чем положено. Мало того, еще и Луна в Козероге. То есть сегодняшний день как-то вы посидите дома, попейте чай какой-то успокоительный и не пытайтесь сегодня кому-то донести какую-то информацию. Оппозиция Меркурия, в ряде прочего, вас не все будут слышать. Вот. Лев. Ну, относительно более ровная такая ситуация у львов. Разве что во второй половине дня сегодня Луна перейдет к вам в оппозицию. И будет здесь субботу-воскресенье. То есть это может отразиться на негативных каких-то... Какой-то негатив всплывет в эмоциональном фоне. 4 планеты в Козероге очень благоприятны для знака Дева. Конечно, Солнце по-прежнему... в напряженном аспекте, но этот вопрос можно решить, более внимательно уделяя себе, своему здоровью больше внимания. Вот в этот период, пока Солнце в квадрате, там больше витаминок всяких полезных, что-то, что укрепляет иммунную систему. Знак Весы. Ну, для Весов лучше бы, чтобы Меркурий оставался в Стрельце. Но, к сожалению, мы его там оставить не можем. Меркурий перешел в Козерог, и в Стрельцы, а там еще Венера, опять-таки Луна, попадают в такой, знаете, как бы вот эмоционально
эмоциональный водоворот, потом Луна уходит, и информационных потоков будет столько, что вы не будете справляться. Ну, ничего страшного, возьмите листочек бумажки, расставьте себе приоритеты, что для вас менее важно, что более важно, потому что будет столько информации, ее все срочно нужно будет решать и что-то делать, что вы можете не справляться с этим. И это вам не на 1-2 дня, а где-то недельки на 3. С другой стороны, весов сильно не удивишь. Это весы – воздушный знак, и обилие информационных потоков скорее весам пойдет на пользу. Но, тем не менее, Меркурий, в ряде прочего, ведает нервной системой. Давайте чаще себе отдыхать. Причем Меркурий, поскольку это контакты, коммуникации, мысленная деятельность, отдыхать своим мозгам прежде всего. Ну, просто себе включите какой-то фильм про любовь, поплачьте, посмотрите так вот, ну, чтобы отдыхал мозг. Марс по-прежнему досаждает Скорпиону и будет делать это еще до 20 декабря. Но, тем не менее, переход Меркурия в Козерог будет достаточно позитивно влиять на рожденных под знаком Скорпион. Особых таких эмоциональных всплесков не предвидится, разве что сегодня во второй половине дня и особенно в воскресенье с утра, когда Луна будет рядышком с Марсом, ну, как-то что-то поделайте со своей агрессией. И Стрелец. Стрелец – это самый возвышенный, самый духовный знак, 9-й знак зодиака. Стрелец сейчас, вот если видно, вот здесь такой зеленый треугольник, да, и вершина его попадает именно на знак Стрелец. То есть Стрелец сейчас, а треугольник в астрологии иногда обозначает космический зонтик, как бы. То есть Стрельцы сейчас мало того, что сами находятся под покровительством, так они еще и для других будут неким зонтиком, неким талисманом. То есть, если кому-то нужно решить какой-то сложный вопрос, например, юридический, потому что Сатурн с Юпитером – это юрисферы, просто возьмите с собой Стрельца. Он может быть не юристом, он может быть просто любой деятельностью заниматься, но чтобы в нем была энергетика Стрельца. Так что Стрельцы можете брать деньги за то, что вы в течение этой недели будете для всех талисманами. Вот примерно так будет выглядеть эта неделя. Напряжение продолжается, но скоро этот треугольник, вот он уже третью неделю, этот треугольник сохраняется. Но это не удивительно, потому что и Плутон, и Уран, и Юпитер идут достаточно долго по одному знаку. Плутон так вообще там идет лет 10, по-моему, точно не помню. Но Юпитер в течение года, так что это напряжение еще будет продолжаться. Но для тех, кто развивается, для тех, кто растет, для тех, кто работает над собой, квадраты – лучшее время для роста. В следующий раз мы разберем, что будет происходить у нас с Венерой. Она перейдет у нас, тоже поменяет знак, из Козерога в Водолей. До следующей пятницы!